хороший съемочный день. Впечатлений много к вечеру, на самом деле. Очень был классный эксперимент. Мы с девчонками, да, я думаю, вся съемочная группа посмеялись от души. Карина, мне кажется, сегодня ей нужно дать Оскар от того, как она исполняла роль Наташки. Это было очень, очень смешно, очень прикольно, очень забавно. Наташа тоже жила свою роль. Можно было понаблюдать за собой, за тем, как я себя веду, подаю себя, какая манера разговора и тому подобное. Вот. На самом деле приятно смотреть на себя со стороны и понимать какие-то вещи, анализировать. Саша сказал нам о том, что ну, шаблоны, которые мы там, возможно, в своей голове придумали, да, это. Ну, это что-то какие-то наши стереотипы, которые мешают нам жить или мешают нам быть разными. Вот, поэтому хороший эксперимент, мы хорошо посмеялись. Саша, как всегда, сумел в какой-то степени донести, ну, правильную мысль по поводу там, даже общения, выбора с мальчишками. Важно говорить то, что ты чувствуешь, и не думать о том, как это выглядит или что кто подумает и тому подобное.